Каждый вторник и пятницу смотрите новости на канале 16.12. Единственный канал Казахстана без цензуры Назарбаева. В следующем выпуске мы говорим о таком. Внеочередные выборы президента страны. Кандидатов на пост главы государства до сих пор не назвали, и как власть пытается превратить избирательную кампанию в фарс. Айгуль Акберды вновь на скамье подсудимых. Какие сфабрикованные обвинения власти страны на этот раз готовят для многодетной матери? Трагическая гибель школьника. В Акмалинской области ученик во время субботника взобрался на грузовой состав и получил смертельный удар током. Акимат Атбасарского района отказался брать на себя ответственность за смерть ребенка. Митинг ДВК 1 мая. С какими требованиями граждане Казахстана выходят на этот раз и почему голос на площади важнее голоса в кабинке для голосования?